Подарок для кабанов. Выложил гнездо еловыми ветками. Кабаны готовятся ко сну. Ради поросят самка готова вступить в драку с любым, но есть тот, кому противостоять она не может. Сикач, самец дикого кабана. Самка рычит и предупреждает, что будет драться. Но сикач знает, что он здесь главный. Сикач победил. Ему всего 3 года. Самка не оставляет попыток выгнать сикача, но он решил, что будет спать здесь и не обращает на нее никакого внимания. Через час противостояние продолжается. Сикач уходит, и самка быстро ложится с поросятами в гнездо. Но самец-хитрец всех обманул. Он возвращается и забирается в середину, в самое теплое место. Самцы диких кабанов обычно ведут одиночный образ жизни, но этот сикач-халявщик любит спать в теплом местечке. Сикач смотрит на фотоловушку, и в его глазах мы не видим ни стыда, ни совести.